Добрый день, Полтава. Здравствуй, Украина. Я хочу вас познакомить с Андреем Дашко. Наши дети учатся в одном классе. И в их семье сейчас горе, большое горе. Почти месяц Андрей, недоброе утро, каждый день у него начинается. Рассказывайте. Моя дочка Анечка заболела острый лейкобластный лейкоз. Сейчас она в очень тяжелом состоянии. Лечение проходит очень сложно, с постоянным перебоем на организме. Желудок, кишечник не кушает, рвет постоянно. Ждем сейчас результата на 33-й день, когда именно началось лечение, вести надо на Киев. Если не войдет в ремиссионное состояние, то будет пересадка. Давайте так скажем прямо. Сегодня я с вами встретился в здании горсовета. Чем на данный момент обеспокоен папа? Нехватка финансов. Финансов? Да. Там мы обращаемся в благотворительные организации, может помогать лекарствами, всеми остальными. Кто сейчас слышит вас? Помогают люди вообще? Да, люди по чуть-чуть, да, помогают. Власти кто-то услышал вас, выделяются какие-то средства? Власти обращались на программу Турбота, должны выделить. Вам добро дали, да? Да, говорят, что должны прийти. Ну, это не полная сумма все равно. На сегодняшний момент я знаю отлично, что денег надо много, и я лично этим занимаюсь. Ну, вот такая вот проблема, она жестокая. Я сразу же хочу проанонсировать, в понедельник, это получается 5 числа, я буду делать аукцион. Мне в руки попали, мне подарили друзья два билета на «Океан Эльзы» на концерт. Будем делать аукцион, будем выставлять их на продажу. И все деньги, те, что кто-то заплатит за билеты, мы отправим папе. Надо спасать ребенка, надо делать все, что мы можем. То, что я делаю, я делаю. Все вы знаете, что я делаю, и я останавливаться не буду. Буду обращаться везде и ко всем. Ну что, только все вместе мы сможем что-то сделать и чего-то добиться. Всем удачи. Спасибо большое.